Они потребовали убрать сцену с передачи денег. Вот. Мы не хотели это убирать, то есть, да, они вот настояли, нет, вы там показываете там нас в плохом свете, но и мы же говорим, что это, во-первых, не документалка, там, это не именно, там, не знаю, какой-то министр, кого-то, чего-то там пошел. Просто есть чиновник, такой образ чиновника. Этого же чиновника играет один и тот же человек, который у нас в фильме играет и прокурора, и судью, и милиционера. То есть мы хотели показать, что у коррупции одно лицо. Арыз дизилде тараптардын жүйөлөрү жана экспертизалык далилдери менен таанышкан сот мындан сырткары өздөрүнө карата жазылган арыздын айынан Mining International LTD ишканасына коюлган күнөөлөрдүн баарын происходится как будто в реальном Кыргызстане в это время не ведется война с коррупцией, а ведь на самом деле по статье коррупции сидят по всем. Экс-президент, два экс-премьера, один экс-вице-премьер, две экс-генпрокурора. Вы понимаете, конечно, они имеют право. Но чем острее проблема, которую ты поднимаешь, тем больше должна быть ответственность. 10 лет назад собирались, нет. Хотели им выдать это регистрационное свидетельство, но они не пришли. Кандай иштер, не жаңылык? Жакшы. Кайрылгам. Он там как бы взрывается, да, говорит, мне, говорит, я с первых дней, то есть вы так, за разрешением требуете денег, чтобы выиграть тендер, требуете денег, чтобы выделить участок подходящий, требуете денег. Те, кто приходит за проверкой, требуете денег. Как я буду строить как бы нормальное хвостохранилище, работать, соответствовать всем требованиям санитарным, если вы как бы вот, меня как бы грабите, да? То есть мы этот момент учли, то есть это показали, то есть мы не показали в одностороннем порядке, то есть этот хороший народ, а есть как бы вот плохой инвестор. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء